И это мы вроде читали этим самым ямбом, да? Истонюн эуклиес гекатханме гекатханумене, да, вот так вот. Гюнете аристе тон юпс, нет, гюне таристе тон, таристе тон юфелио макро. Юфелио макро. Да, о которой мы так много вели споров, то есть пусть станет, пусть будет Эуклес, я уже забыл, какая-то она. Ну, знаменитая. Но... Сейчас. Да. Да, знаменитый, известный, вот эта женщина, которая должна умереть. Да. А лучшей из... вернее, пусть знает, что она лучшая из тех, кто под счастливым солнцем. Угу. Да, катханумен — это у нас будущее время, и исто — это у нас императив третьего лица. А нун — это просто усилительная частица, это не тут краткое ну, у краткое. Да, значит, получается, да, пусть женщина, которой предстоит умереть, знает, что она самая эуклиес, и еще Т, да, она самая лучшая из тех, кто под солнцем. Вроде так, да. Так, давайте, может, Эдуард, сразу 4 возьмете. Вот, мы вам поможем. Как скажете. Да, давайте. Да, спасибо. Так, это тоже, да, ямб продолжается, получается, да? Постукари... Конечно, что это терапойно, да? Это служанка говорит. Извините, давайте. Угу, да. Постукари стати синантиос сетай. Так. Тихрель легесте тенде... Тенту, тенхю пербел, так, ясно. Тихре легестей, тенду пер, пел, бле, менен. Гюнай капос дан малон, эндейкс, эндейксай, то, нет. Гюнай капос дан малон, эндейксай, ай, то, тис. Что-то такое. Гюнай капос дан малон, эндейксай, то, тис, да? Да? Посин, ага, посин про, сейчас я приближу, что-то плохо видно. Угу. Посин протимус телус юпертанейн. Юпертанейн. Крупнее сделаю вот так вот. Посин протимус телус юпертанейн. Так, ну дать первую строчку, да, это вопрос какой-то, да? Ну да, это продолжение, да. Как же не лучшее, да? Угу. Кто же Энантиомай, да, кто же будет, видимо, кто же возразит, да? Ну да, кто же против такого мнения, да, что она самая лучшая. Кто же будет возразить, да? Да. Так, Тихрелегестей, угу, наверное, что необходимо сказать? Смотрите, тут легестха, да, интересно. Так, ну тут сначала... Редкая форма, да, когда лего у нас в пассиве, видимо, да? Редко можно увидеть лего в пассиве. Я думаю, что это пассив, а не медиа, да? Видимо, да. Ага. А вот, ага, а, это у нас причастие получается. Гиперболло. Гиперболло. Угу. Так, тут это, мне кажется, это один со значений, что что-то превосходить, как раз медиальная форма. Пишет. Превосходить. А, ну, я бы сказал, превосходить кого-либо в чем. Женщина особая. Просто, да. То есть, что необходимо сказать этой выдающейся женщине? Нет, надо. Тут показать... Нет, вы начали по смыслу переводить. Как все обычно делают, сваливают все слова в кучу, да, и думают, что бы из этой кучи могло получиться, да? А надо смотреть все-таки на падежи.
Ну, тут аккузатива у нас, где вот гиперблеменен гюнайка, это аккузативы. Так. Понятно, здесь аккузатива с кум инфинитива, с хре, да, он его вводит, видимо. Я правильно догадался? Ну да, наверное. Да. Так, то есть необходимо, чтобы вот эта превосходящая женщина, да, превосходная, вот это вот, видимо, Ну я же сказала. говорю, это пассив, еще раз повторю. Чтобы о ней было сказано. Понятно. Так, и что бы это могло значить? Не помните, как мы тогда переводили? А может, здесь Лего не в смысле сказала? Или только такой может быть тут смысл? Лего в А что, пассивной форме. собрала? Или была Сейчас собрана? смотрю. Нет, я думаю, что это Лего как Лего. Обычное наше Лего. Тут, кстати, это ведь вопрос, И да? смотрите, тут Тут тенда, вопрос. да? Это не артикль, это местоимение. Да? Возможно, мы в прошлый раз неправильно перевели. Я что-то вообще не помню уже. Что нужно, чтобы логическое подлежащее, чтобы вот это вот, чтобы вот она, короче, да, тенда, была названа, не сказала, а чтобы про нее сказали, что она является женщиной выдающейся. Понял, да, Не наверное, надо так. по смыслу не переводить Тен. ни в коем случае никогда. Не пытайтесь догадаться, что это значит. Переводите только грамматику, ладно? Потому что так дело не пойдет, да? Вот смотрите, хре, аккузатив с кум инфинитива, легистхэй. Я же специально подчеркнул, да, что это гелегий на легистхэй, да, пассив. Ну, дальше находим логическое подлежащее. Видимо, вот это оно, да? А это... Именно часть подумала, да, получается. Ну да, это к предикату относится уже, да, к части предиката, да. Что нужно, чтобы она была на, чтобы про нее сказали, что она выдающаяся, да. Ну, просто здесь не очевидно, что тен это вот местоимение, если честно. Ну как тенде? А что это еще может быть? Нет, я понял, просто мне не очевидно было Ну это. нет, это очевидно, Вот. если присмотреться к этому д, что это местоимение. Д-то есть. Так, давайте еще вот это, да. А можно, я хочу уточнить. То есть получается все-таки гиперблеменен это не атрибутивная, это предикативная позиция. Мне кажется, Просто вот мне кажется, это как раз видно. не атрибутивная, а предикативная. Тут смотрите, тут артикля-то нету. Сложно сказать, какая это позиция. А местоимение не образует такую рамку? Мне кажется, здесь точно нет. Мне кажется, вот как я уже говорил, да, что тенда это подлежащее. Хотя, смотрите, тут у нас легистхей. То есть тут вообще-то эйной пропущено, наверное. Мне кажется, тут пропущено эйной. Тогда тенде это логическое подлежащее, а гюнайка хиперпролеменен эйной это часть сказуемого уже. Сказуемого. Либо, знаете, либо можно проще понять. Можно гюнайку отнести к тенда. Что нужно, чтобы эта женщина была такой, чтобы про нее было сказано, что она гиперпроблеменон. Но в любом случае гиперпроблеменон относится к предикату, к сказуемому. Да, понятно, просто как-то закручено очень сильно, и хочется перевести просто, что нужно сказать об этой превосходной Ну, женщине. Эдуард так хотел перевести, но тут же... Тут же... Не Легин все-таки. Ну и вообще-то не, ну, вообще это по-другому бы выглядело. Сказать «О, нет». Не думаю. И, кстати, я не думаю, что это сложно очень, что написано. Для трагедии довольно просто выглядит. Вот это. Михаил, Ну... извините, а вот если бы это был, мы прозаически хотели бы сказать,
Вот Юпербеламенон, он на месте стоит? Ну, наверное, мы должны были вот дальше Гюнайки подвинуть. Ну, в Нет стихах разве? порядок вообще свободный. Да, не, вот я просто вот этот момент хотел уточнить, чисто вот синтаксически. Чтобы не запутаться, к чему тут тен, да? А что вас запутывает? Ну, наверное, Вот что конкретно вас запутывает? Мне кажется, мне кого? кажется, вот это легкое место. Самое сложное это как-то извернуться и попытаться пассив перевести вот этого инфинитива. Тут смотрите, лего работает как ономаздо, мне кажется. Что нужно, чтобы эта женщина была названа такой-то и такой-то, в данном случае выдающейся. Ну, я в принципе понял. То есть мы когда, то есть у нас возникает когда кузативус дуплекс или у нас первое подлежащее, ну подлежащее у нас с артиклем, а именная часть сказуема без артикля. Вот она и без артикля. Тут То есть если мы писали нет просто, вообще артикля, правда? Вообще артикля ни одного нету. Единственное, что ти можно понять, как почему, кстати, еще, да? Почему нужно? Почему это необходимо, чтобы оно... Ну, смысл все равно тот же самый получается. Мать, все ваши вопросы, они не имеют особого смысла, потому что артикля нету. Тут нету ни атрибутивной позиции, ни предикативной. Ну, давайте дальше. Как... А, дальше я тоже, Мы... да? Что-то я... Так, индексы это тисплосин против. Да. То есть кто-то... Так. Индекс это что у нас? Какой глагол? Так, да. Эндейкними, да, то есть указать, да, указал. То есть это причем аорист потенциалис, да. Кто бы мог, как некто мог указать, наверное, да, в большей степени указать Да, вы гипертонии. сказали аорист, да, но это действительно аорист, но главное, что оптатив, да, там. Да, я сказал, что это потенциалис, по всей вероятности, раз Да, оно да. есть. Да, то есть как некто может указать в большей степени, нежели гипертонейн. Так, сейчас посмотрим. Гипертнеско. Ого, это умирать, да? Неско. Чем умереть? Чем тоже, да? Этелло, да? Чем хотеть умереть? Остальные слова, что значит? Чем она сейчас я вот просим Тоже не помните, да, ничего? Как и я, да? а мы до сюда по-моему не доходили Доходили, уже доходили, или вот доходили. протимал, да, это у нас протимал. Вот это сигма я забыл, это кто-то. Это ты? Ведь Какая нет? сигма? Нет, вряд ли. Не может. Вот. Это Протимосин, наверное. На, где Кстати, не Протимао? сказать, ладно? Сейчас, секунду. Ну, на. Это два причастия женского рода. Телуса, да, и Протимоса, да? Так, сейчас я уточню значение Протимао. Ну, уточните, хорошо. Ценить выше, почитать, высоко ценить, да? Так, тут интересно. Высоко ценить вообще вот в Еврипида есть. Ну ладно. Так, причем это активное причастие, насколько я понимаю. Активно, активно. Активное, да? То есть та, которая ценит и хочет или хочет умереть. Смотрите, еще раз, какой это глагол? Эндейкними. Дейкнями, да, эндейкнями. Смотрите, глагол дейкнями
Он может быть глаголом с предикативным причастием. Как глагол файнумы, да? Вот у нас... Даже... Вот у нас причастие есть, да? Да, ну мы, получается, причастие переводим глаголами здесь, а НДИ к ними переводим наречием. Ну, да, так, в общем виде, да. Случае, в нас общем так. Виде. Примерно так. То есть, кому покажется, или я не знаю, как индекс это наречным перевести. Как тогда. Глагол переводится, индекс это. Указывать. Давайте, кстати, доказывать, ладно. Да. Хорошо. Доказано, наверное, да. Кому доказано. Где... Ладно, доказано, что. Где кому? Я просто тис пытаюсь как-то увязать здесь. Ладно, тогда не буду. Еще раз говорю. То есть доказано. Глагол переводится. То есть... Ну, доказано, вы сказали, лучше перевести. Доказывать. Будет, если наречным доказано. А глагол назовите в словарной форме. Эндей к ними. В медиа. Угу. Как мы в меди переведем? Доказывать. Словарь действительно посмотрели или нет? Да, вот у меня есть. Показывать, указывать. Здесь написано мед. Вы думаете, это медицинская медицина? Да. Вы думаете, это написано? Нет. Показываться. Показываться, ну, в медиа, да, если доказываться. Нет, Эдуард, вы не. Ну, доказано. У вас нет словаря, я не верю вам. Ну, доказано будет, наверное. Что в словаре написано наречный. В третьем пункте? В третьем доказывать. А в чем говорите доказываться? Угу, доказывать. Видите, написано доказывать. И написано мед. Видите, мед написано. Вижу, видите, да, видите, мед, да. Айто. Видите? Почему доказываться? Доказывать. В единственном числе. Вот, тис тоже в единственном числе. Это, да, номинатив. Да? Почему же переводите доказываться? Не, я просто хотел как-то в наречие перевести. Вы еще предыдущий этап не прошли, чтобы... Вы еще не вышли в первую лигу, подождите. Сначала надо понять глаголы, что означают. Вы определили правильно, что это потенциалист, но этого мало. Надо понять, как точно переводится глагол в этом конкретном залоге, да? В медиа. Он переводится показывать. Ну, показывать хорошо, доказывать, какая разница. То есть... Теперь, смотрите, я бы подсказал, что это причастие, видимо, предикативное, да? Как оно переводится в словаре? Посмотрели? Высоко ценить. Значит, ну, вот, значит, мы причастие переводим глаголом. Да, но высоко ценит и хочет, или хочет. Тут смотрите, про, я думаю, что даже выше, чем само себя, можно так это понять. Ну, хорошо, высоко. Больше, да, больше ценит. Выше, да, ценит, больше ценит. А теперь надо связать, с индекс это надо связать, да? Да. Ну, то есть тут надо проявить, вот тут надо проявить какое-то творчество, да, как-то выкрутиться. Ну, наверное, с доказательством, наверное, ну, каким-то, как, да. Ну, вот так вот, не голословно. Можно голословно кого-то предпочитать, а можно вот так вот доказательно, что ли. Это ужасно звучит, да. На ну, деле. На деле, да, о, хорошо, да. Вот мне даже нравится, на деле, то есть с фактами в руках, да, скажем. Теперь pos antis, pos antis indexate, да? Теперь давайте потенциалис вставим в перевод. Ну, получается, кто, пожалуй, сможет, да, кто, только вот pos, как кто-то, пожалуй, сможет с доказательством, да, на деле. Ну, так, убедительно, да, индексейто. Больше, смотрите, да. Мало он теперь надо, больше. Больше, чем... Мы не дошли до чем еще. Больше доказать, что ли, да? Выше оценить кого теперь? Выше оценить постсин, да? Вот
Получается вот такую, да, Нет. которая... Нет, это супруг в аккузативе, это муж. Так, словарем не А, это пользуйтесь, не муж. пользуйтесь словарем. Ну что ж такое, не То есть... хотите пользоваться. Нет, я просто не понял, что это муж. Я думал, это посис какой-то, Это да. есть посис. Так. Посис это и есть муж, да. Да, я сейчас нашел. Да, супруг муж. Так, видимо, с доказа... Как кто-то сможет на деле супруга ну, ценить выше, видимо, ценить выше супруга или хотеть умереть, наверное, за супруга, наверное, вот так, за супруга. То есть не опять начали додумывать по смыслу. Не надо пытаться понять, что это значит. Надо перевести грамматику. Чем Но теперь причастие вот это, да, тоже женского, тоже с ТИС согласовано, по сути, да? Тоже она, да, Алкеста. Чем чем она хочет не умереть? хочет, чем желая умереть, выказывая готовность умереть. Да? А, то есть телусы мы уже не переводим как глаголом причастия, Мы не обязаны думать, что все получается. Ну, причастия, которые будут, они обязательно предикативные. ясно, Оно, да. видимо, я сейчас, это надо проверить, подумать, да, но, по-моему, оно конъюнктум просто с ТИС согласовано, обогащает ТИС. Чем та, которая, чем желающая, чем та, которая выказывает готовность, желание, что сделать, не просто так вот сказать. То есть получается, что одно дело, то есть это, ну да, то есть как ты можешь доказать, что ты предпочитаешь, что ты высоко ставишь мужа. Иначе чем, или больше чем, или более убедительно чем, если ты как бы хочешь, ну хочешь, в смысле готова, что сделать, умереть, да? Можно я попробую, да, связать Да, сейчас все сейчас можно вместе уже чуть быстренько? более свободно, литературно, если вам так удобнее будет. Ну, я сейчас, да, как попробую. Ага, так вот, как кто-то на деле мог бы, наверное, доказать, что в большей степени высоко ценить мужа, нежели желая умереть. Ну, тоже как-то не очень Ну, получилось. близко к смыслу, да. Только я птиц бы заменил на женский род. Птиц это может быть и женский род. Как какая-то женщина может более весомо, более убедительно доказать, что она выше всего ставит мужа, чем та женщина, которая выказывает готовность умереть за него, да? Гипер тоннель. Ну да, что-то сложновато получилось. Сложновато, да. Так, зато 4 прочитали. Давайте Дмитрий 2, а потом мы вам, Дмитрий, тоже какой-нибудь большой кусок дадим, когда время придет, да? Так, пожалуйста. Хорошо, я сейчас читаю, да. А кайтаута мен де пасе писта тай полис, а гаден домойс эдрасет хаумасе Клюон. Так. И весь полис это знает. Эпистатай. Да, Эпистамай. само собой, Просто конечно, знать, да? знает Д. Да. А там, видимо, что вот в этом в доме, да? Так, ладно, глагол. Эдрасе это драо, то есть делать. Тхаумасе это... Сейчас пытаюсь оклюон, слушая. Видимо, ха это соотносится с таота. Может быть, да, может быть. Что он сделал или она сделала, да? Но при этом Тхаумас Клюон. Я просто думаю, как здесь связать причастие с Клюон, с глаголом драо. А это, Точнее, есть смотрите, какие-то другие значения. тут надо запятую поставить, видимо, да? Вот здесь.
мысленно вот здесь. После Да. эдреса. И вообще можно перевести сначала вот эти два слова. Это главное, видимо, предложение. Ну, с удивлением слыша. Только это будущее время. Ты услышишь, изумляясь, да? Ну да, ты удивишься, ты Да, удивишься, да. услышав Да, вот да, так да, вот. да, да. Ты удивишься, А что, услышав. услышав? Гаента дома Седерсон. Понятно. То, что она сделала в доме. Да, тут видите, никого услышишь песню или рапсоды, который поет. Да, а вот то, что, поэтому тут аккузатив, видимо, а не генитив. Да. Ну, то есть это таки сделала, да? Ну, то есть, что она сделала в доме. Пока не очень понимаю смысл. Ты удивишься, услышав, что она сделала в доме. Но она совершила какой-то поступок серьезный, да, она вместо мужа хочет умереть. Вот. И, видимо, это про это. То есть она согласна. То есть это про самопожертвование, вот что она сделала. Я так думаю, а что еще это может значить? Ну да, я не знаю. Ну, наверное, похоже на то. Это же, правильно я понимаю, что это она, да, субъект алкеста, наверное. Думаю, Или да. га, суб... или га Но субъект. не... Тогда смотрите, тогда, ну давайте подумаем, да? Давайте посмотрим на глагол драво. Обязательно смотрите все словари. Без словаря никуда. Что у нас там с глаголом драво вообще? Что нам про него известно? Ну, что-то выполнить, сделать. Это ведь так. Сделать какую-то великую вещь. Вот есть такое. А скажите, а может ли драво быть непереходным? Поступить, просто совершить поступок. Ну, наверное, да. Хотя, ну, хотя во всех смыслах, которые я здесь вижу, они в основном переходные. По-моему, чаще всего переходные. Да? В Little Scott может быть написано прям прямым текстом, черным по белому. Переходные, непереходные. Если это есть такая возможность. Там, правда, статья огромная, как всегда, сложно найти. Да, как ни странно, она не очень большая. Вот я сейчас да, она не пытаюсь очень большая. все внимать. Она заканчивается сразу, как начинается. Ну, насчет транзитивности там ничего не написано. Ну, то есть у нас две версии, смотрите, да. Эдуард, вы понимаете, о чем мы говорим, да? Это либо... Ну, в принципе, да. Либо алкеста эдресы, га, тогда га это прямое дополнение. Не, ну конечно, как, иначе никак, да. Да, я думаю так. Да, наверное, она все-таки сделала. Нет, ну здесь есть значение, о котором я не знал, совершить что-то такое очень значительное, либо большое, либо плохое. И, в смысле, либо плохое, либо хорошее. И я думаю, что вот скорее в этом значении, как действительно не просто что-то она там посуду помыла, а вот какое-то значимое ну, действие, поступок совершила. Поступок, вот да, так. Поступок. Угу. Ну, ну, сойти в ад вместо, в аид вместо мужа, конечно. Так, Да. шутки. Умереть, по сути. Так. Давайте вы еще прочитаете 4, вы же, Дмитрий, а потом и основа Эдуарда вы тоже прочитаете большой кусок. Давайте так. Хорошо. Эпейгар эстхен эстхэмерантен кюриан. Гекусан так, гекусан юдаси потай потамиойс леукон хроа. Элуса тек делуса кедринон домон. А домон эстхета космон деу препос эскесато кайстаса простхен эстиас кате нет кайстаса простхен эстиас кате иксато что-то вот здесь ломается. Вот это эстиос кате уксато. Кате уксато. Кате уксато.
Катеуксато. А, катеуксато, да, это же дифтонг, катеуксато. И так, кайстаса про. А, собственно, я дочитал, Да, да? Не, а, нет, нет. все, все, все. Так. Так. И читать, начинаем с этого, да? Ведь когда это просто айстханумай, да? То есть когда, и, видимо, в аористе айстханума имеет пассивную форму, Нет, ну почему же? Это то глагол есть. отложительный. Почему? А, пассивную, в смысле, вы имеете в виду, что прям пассивную-пассивную? А где же пассив? Нет, А я где вы думаю. видите пассив здесь? Вот эти вот хэты там многочисленные, они Нет, не говорят о том, нет. что у него пассивная форма с активным движением. Смотрите, вот этот хэта первая, это часть корня, да? Да, Это тау вторая. в Элизе. Это Т. А, потому что химера, Да. потому что Да. химера, вот по этой. А, теперь. Да, ну тогда просто в обычной медиальной она форме. И после этого она, видимо, все-таки про нее речь идет. Она увидела ди. Хотя нет. Гимеран тен кюриан кусан. Смотрите, Айсхадабы тоже любят предикативные причастия. Значит, Вот, собственно, причастия тоже предикативные. Ведь когда это единственное число, да? Эстхэто. Когда она или он, кстати, непонятно пока, он или муж или жена, когда кто-то из них узнал, да, почувствовал, почуял эстхэну, да? Что? Добавляем слово что по-русски, да, и причастие переводим, как будто бы это был инфинитив, да? что, видимо, логическим подлежащим здесь будет этот кюри, тен кюриен. Нет, гемером. Смотрите, вот тоже день, смотрите, тоже день без артикля. Но когда мы хотим добавить к нему какой-то эпитет, мы обязаны поставить артикль. И хотя поэзия более свободно обращается с артиклями, чем проза, тем не менее здесь он не нарушил это правило, да? Но это прилагательное, а само существительное, вот оно, без артикля. А, ну да, Кюриен, это же подходящий какой-то Это день. День, назначенный день, да, назначенный, вот так определенный называется. назначенный день. Когда кто-то там почувствовал, видимо, все-таки она, мне кажется, алкеста. Когда она почувствовала, что ди. Господи, как это все сложная конструкция переводится. Почему? Это легкая очень конструкция. Она узнала, ведь когда она узнала, что день. Что подходя. Не, услышав о подходящем дне, Не-не-не-не, что. какой же услышав? Ну, так, давайте Эдуарда спрошу. Подождите, Эдуард, как вы поняли вот это? Ну, я, честно, я тоже сначала, как и Дмитрий, подумал, что это акуа, а потом я посмотрел, это Это гекко, Гекко, что приходить. день пришел, А, да. пришел, настал. Не, все просто, вот это... Но я тоже акуа. Ну, понятно, понятно, да, похоже, похоже, да. Да. Да, что день пришел. И дальше, значит, воды Не реки. надо слева направо, давайте глагол. Какие же воды? Так. Вот. Элусато. Это ло. Нулю. Это мыться, Ну обмываться. да. Значит, она, если это в медиальной форме, скорее всего, она себя мыла тогда. Себе, вернее. Так, не себя, а себе. Ахроа это вроде шкура или кожа. А, она как раз какого народа? Кто? Если возможно, что среднего. Хотя не важно. Это кожа. Хроа. Вот для опыта кожа она себя мыла. Знаете, в данном случае глагол является отложительным. Элусато. Луомай. То есть она помыла себе кожу. Вот. Либо, Да, но я так и нет, да, понял. либо, конечно, можно говорить, что она помылась относительно кожи. Вот, то есть она там, ну, условно говоря, голову не помыла себе, да, там, волосы, да. Но я думаю, что надо проще понять, что она все кожу, то есть она все поверхность тела помыла, белую. Тут важное слово левкон.
Это написано не для того, чтобы сказать, что она помылась, а сказать, что она царица, у нее белая кожа. Вот ради чего это написано. Белую кожу она себе перед смертью помыла. Че. Да, водами, инструмент, Да, наверное, да. здесь, водами реки. Да, ну можно, конечно, тоже было предположить, что... Или потами, ой, речными Речными водами. водами. Можно было предположить, что, как бывает в стихах, пропущен Н, так бывает в стихах, в речных водах. А можно, как вы, то есть в инструменте, речными водами. Так, теперь вот это, да? Да. А Эгделуса это Гайрео. Итак, взяв сейчас Кендрион Дамон Эстхета, видимо, из. А, здесь, значит, взяв. Я вот не знаю, это Экхайрео, да, наверное. Вот это Д рассекает Экхайрео. Видимо, это месяц, да. Видимо, есть такой здесь. Ну, в этом случае, наверное, просто забрав, да, из кедровых домов одежду, Ага. она эскесато, аскео. Так, work curiously, скео. Просто работа. А, вот она оделась. Надела космон, то есть вот это украшение надела эупрепос. Ну, то есть, чтобы выглядеть, это наречие, ну, чтобы выглядеть, ну, как бы подобающим Да, образом, наверное. да. То есть она и оделась, и очень тщательно украсилась, да. Так. И дальше, и став, там, видимо, предложение, или просто стала, а нет, Так, 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 стаса, какой таурис? это Я просто пример. хотел уточнить на всякий. Помните, первый или второй таурис? Мне кажется, что это второй, Второй. то есть Мужской род Стас, стала. а женский Стаса. То есть непереходный встав, да? Угу. Да, и став протхен это перед этим. Ну, видимо, алтарем Весты, да, или как она там называется, Гести. Она, я пытаюсь вот это катеухомай, это аорист или наорист, да, это аорист. И, ну, помолилась, и став перед алтарем Весты, помолилась. Ну да. Все, спасибо. Так, Эдуард, давайте сразу много, да, возьмем. Ну, вот можно до конца, да? Прям тут все. Деспойне гогар эрхомайх катахтанос, панюс татонсе проспитус сайтес сомай, текнор фанеусе тамма кайто мен филен, сюкзеуксон аллохонте де генайон посин. Нет, сломалось. Тут вот это, смотрите, тут вот эти похожие на краткие, да? Ну, до сюда, вот эти. Сейчас я выделю. Три крат... Блин, не выделяется. В общем, Я понял, до да. сюда краткие, да? Сюнексон. Сюнексон. Алохантеде. Ну, попробуйте. Сюдзе. Сюдзеукс соналохонте генай кенпоссин. Сюдзеукс. Соналохонте де геннайон пасин. А вот так, да. Да, тоже. Сюкзекс соналохонте де геннайон. Вот геннайон пасин точно. Сюдзеу. Соналох. Хонте. Де ген. Ага. Найон. Пасин. Вот 6 получается, да? Сюдзексон Да, ал. сюда. Давайте я сначала, да, я сейчас проверю, как звучит. Сюдзек Конечно. соналохонте деген найон пасин. Ну попробуйте. Сюдзексон алох хонте генайон Вот, пасин. да. Сюдзексон алох хонте генайон пасин. Не, Ген сам что-то найон. Ген сложно. найон.
Так, алохан, да, у нас здесь ударение на первую, на первый омикрон. Алохон. Алохон. Тюдзексон алохон пасин. Еще раз, вы меня не слушаете. Ну что? Вы все сосредоточились на этом алохоне. Я говорю, в геннайон два ударения. Геннайон, а не геннайон. Геннайон, ну да, потому что две нил, да? Геннайон пасин. Сюзек сонох онтеген пасин. Так, медос пираутон текус саполюмай. Танейн аурос пайдас ал эвдай монас. Нге патроэ терпнун эк плесай Так, бион. отлично. Значит, что, Деспайна, да? Так, какая это, наверное, вокатив, да, получается. Если... Мне кажется. Тут же. Госпожа, ведь я прибываю, да, под землю. Ведь я прибываю под землю. Эрхомай катахтанос. И я, видимо, Айтеса май буду требовать. Еду я в преисподнюю, Хотя, да? ну да. Да, и буду требовать. Вот я сейчас посмотрел, понюс, а то он пишет, что это оверрепит, да, это наречие всего лишь. Типа в последний раз. Угу. Так, и тут причастие от проспипто. Я помню, что это падать, но я хочу понять, преподать на... А, я, наверное, припадая коленям, типа, буду последний раз требовать тебя. Ну, Либо от тебя. Вот это требовать. я не понял Ну, еще. буду просить тебя. Просить. А Просить, все-таки да? умолять. Что делать? Умолять. Ну, умолять. Ну, просить, да. Ну, ладно. Так. Так, что, видимо, тут дальше, наверное, объяснение идет. Ребенок, у них там дети-то сколько их было? Я не понимаю, это единственное число или множественное число? Так, короче, ребенка или детей Там же есть, ну моих как, забот. видно вот по этому слову, да? А, там, да, тама. Значит, детей, да, получается, множество. Тама. Все, что-то я не посмотрел. Так, ну, о моих детях заботиться, видимо. Это, мне кажется, тогда либо вообще не было детей, либо много. Один это странный вариант. Ну, всякое же Да. Ну бывает. да. Так. Сюдзюксу вот это Урфаневсы, теперь. да? Сюдзегни. Урфаневсы, это какое время? Сейчас окно закрою. Ну... Да. Я думаю, это Урфанеусей. Урфанео. Мне кажется, тут Айтесы, они Урфан, это все футурумы. Мне кажется, нет. Урфанео. Мне кажется, это футурум, инфинитив футурума. Я не прав, да? Сейчас посмотрю. Аорист пишет, что ну да. Ну, как бы я буду требовать будущее позаботиться. Да, значит, я вот это она к богине обращается, да, Гесте. Ну да, К госпожа. богине домашнего очага, кстати, да, Гесте, если я не ошибаюсь, да. Вот я сейчас еду в подземелье, и я тебя попрошу в последний раз о том, чтобы ты о моих детях позаботилась в Аористе, да? Так, и теперь вот это, да? Кайтомен, Филен. Да, ну мне кажется, тут надо сначала сюдзегнями, да, перевести. Сочетать брак, это императив, да, либо сейчас алохос, еще раз, алохос, супруга, ну да, точно. То есть, и его кайто, филен алохо. Это она просит, у нее, кажется, у нее, видимо, два ребенка, дочка и сын. И она просит И типа, чтобы поженила, что ли, его, да? ее тоже, видите, дальше.
ну, как бы сочетай браком моего сына с хорошей, милой женой, а ей дай, А дочке ей дай, потомство, да, ей ну, потом, какое ген, потомство, благородного мужа. а, да, ген ее Посев, точно. посев. Сначала существительное переводим, потом прилагательное, да? А ей дай мужа благородного. Так. Так, ага. Сейчас в скобках Ну надо, да, да, я то есть. попробую перевести сначала или оставить. Словно, ага, наверное, Господь, словно текуса аполюмай, словно я гублю, да, словно я гублю, текуса это текно, наверное, сейчас я проверю, это причастие от текно, тикто, да, тикто, точно, словно я породив, наверное, порождая. Ну, это аорист, кажется. Словно я породив, гублю. Сейчас аполю мою с генитивом, что ли, работает? Сейчас проверю. Тина. Что-то я не понимаю. Вообще тина. Хотя я нет. Нос нету. Про какой глагол вы говорите? Вот аполю мой. Что он означает? У вас слова речи? Да, есть. Залог какой здесь? Но это должен медиальный Ну вы же залог. читайте, что в словаре написано, что там написано. Сейчас посмотрим А видите, секунду. у нас не открыт словарь. Гибнуть, погибать. Ну, переводите так. Гибнуть. Словно я погублена, что ли? А, словно я порождая, Где погублена. погублено? Это гибнуть. Ну, просто так, да, просто гибнуть. Не Просто надо, я. не надо переделывать ничего. Еще раз, что Хорошо. написано в третьем То есть. пункте дуаревского? Гибнуть, Почему погибать. же вы Все. сразу это не сказали? То есть я рождающая, да, Еще раз, я не понял родивший, перевод. гибну. Переведите аполлюмы. А, я Ну, слава гибну. богу. Почему вы сразу так не сказали? Я, по-моему, сказал, нет, сразу. Ну, не сразу, согласен, да. Не надо То ничего есть. выдумывать. Написано гибнуть в медиа. Первое лицо. Я гибну, да? Все. Ничего Да, думать. Кто я я теперь, да? текуса, С да, артиклем, видите, да? текуса, порож... Да. Тут это как атрибутивное Да. причастие, да, идет. То есть мама, по сути, можно сказать. Я, ну да, породивший я гибну. А Господь аутон, сейчас я посмотрю, это за них нельзя так перевести, понять. Хоспер я сам пока не понял. Ну так а вот он, давайте. Ну, понятно, ну это генитив плюралис аутона, их, да, Их. родившая их, наверное, да, я родившая их, Ну, гибну, мама их, да? Мать их. да, но я просто дословно хотел привести. Ну, нет, дословно это тогда было бы причастие бы. Понимаете, это. То, что вы сказали по-русски, это было бы по-гречески в виде причастия конъюнктум не факт, что с генитивом. Да, я понял. Хорошо, я понял. То есть я, мать их, гибну. Скорее всего, с аккузативом было бы, да? А, А, кстати, странно, почему? Ведь причастие должно сохранять правление глагола. Тик тоже с аккузативом. так это причастие атрибутивное. Ну, а какая разница? Ну, Оно не сохраняет и... по сути, это просто мать. Мать чья их? Это possessivus.
Я, насколько понимаю, атрибутивное причастие, оно не работает с, да, дополнениями, имеется в виду. Оно как подлежащее, да, Нет, вступает может, там просто. мог бы быть аккузатив. Но в данном случае их родительница, вот что здесь сказано. Потому что слово мать, видимо, слово мать сюда не влезло по размеру у него здесь. Блин. Все поехало. Вы пытаетесь подогнать Еврипида под грамматику Вольфа, да? Ну, у вас это получится, кстати. Получается нормально, потому что это причастие, которое можно переводить в принципе, атрибутивное, существительным, как я предлагаю, мама, просто мама, да? И мы же не скажем, вот смотрите, мы можем сказать, Маша родила Петю, да? Родила, да? Но мы же не скажем, мама Петю, мама Петю. Мы скажем, мама чья Пети или детей своих, да? Я это понял, да. Я из латинского помню, там ведь тоже такие причастия есть, на самом-то деле. Я понимаю, да, о чем речь идет. Тут речь не о том, кого она родила. Это было давно, 15 лет назад она кого-то родила, детей этих, да? А в том, чья она мать. Слушайте, мы на таких деталях останавливаемся, очевидных, мне кажется, немножко. Я гибну, я их мама гибну, умираю, вот и все. Вот смотрите, вот вам не нравится этот Так. генитив, да? Вы хотите аккузатив. Но из того, что там... Почему Ну, мне допустим, вам... Допустим, мне нравится? хочется аккузатив. Но из того, что мне хочется аккузатив, не следует, что вот это нарушает грамматику, этот генитив. Он никак грамматику не нарушает. Это посессив просто. Посессивный генитив, да? Чья? Отвечающий на вопрос чья? Ну давайте. Тханей, на самом деле, надо было с главного предложения начать, да? Ну, ладно, да. То есть и не умирать Тхане. А, Тхнеску это... Так. Правильно, ведь это Тхнеску? Тнеску в аористе, да. Да. То есть и не умереть... Кто субъект этого тханей? Что-то у меня ощущение, что это вот как раз пайдас, Да. да, аурус, Это аккузатив да, сконфинитива. какие-то вот, Аккузатив сконфинитива. да, я Чтобы понял не... уже. И чтобы дети не умерли, а дети у нас какие аурус? Это вот я смотрю, не созревшие, да, видимо. Без, ну да, Но еще не. да, буквально безвременные, не, то есть не своевременные дети. Чтобы молодыми, а не детьми еще не умерли, чтобы они дожили до старости. Вот смысл, да? Да, да, Она-то не да. доживет до старости, она же молодая, видимо, женщина, да? Поэтому вот она Угу. просит позаботиться Гестию, чтобы они не умерли слишком рано. Как она сама. Как я сама, мать их, погибаю. Вот. Сделай так, чтобы они до времени не умерли. Но вместо того, чтобы умереть, Алла, да, чтобы они... Но чтобы они экплессы, да, эксплео. Нет, не кплео. Глагол второго спряжения, наверное, должен быть. Хотя у него, может быть, есть какой-то дублет в первом, но это экпимплеми. Это 58-й урок Вольфа, по-моему. Мы недавно читали его. А, вот мы недавно, Это да. аорист от него, импимплеми, да? Экпимплами, извините, да. Экпимплами, да. Ага. Исполнять, насыщать, удовлетворять, совершать. Сейчас смотрим. Так, тут есть на Еврипида Не, ну, полно ну сносов, зачем кстати. Еврипида? Вот это очевидно, это тут очень простая мысль сказана. Чтобы они Ну, исполнять. Экплесы би. Проводили свою жизнь, да, скажем, жили, короче, да, Нет, можно не в так смысле, сказать. чтобы они жили наполненной жизнью, а чтобы они ее до 120 лет, так сказать. То есть до старости, да? Еще чтобы эта жизнь Да, была, тут наполнение. видите, какая. А я правильно был, пимплами у него самые первые значения наполнять, да? Ну, я... То есть они наполняли свою жизнь.
В данном случае, да каким удовольствием? Я же вам сказал, вы не слышите? Не удовольствие, а чтобы они полную жизнь прожили. Не 25 лет, а 75. Я думаю, что... Терпнус это... Ну подождите, мы же про это говорили. Мы же сначала вот это переводили, да, экплессибил, а потом мы добавляем терпно. Ой, а я просто понял, что бион, то есть чем наполнять? Да, наверное, не так. Да. То есть, еще раз подскажите, как вы наполнили Чтобы они жизнь? прожили Да? долгую жизнь, да? Просто прожили долгую жизнь. Но а долгую это экпимплами, да, подразумевает? Или... Полнота означает, что она будет не в нашем смысле полное, полное удовольствие, или насыщенное, или активное. Чтобы они, я думаю, ну я-то предполагаю, в данном случае я даже не словарь смотрю, я сам предполагаю. Я, конечно, могу ошибиться, да? Но вряд ли тут имеется в виду, что они наполнены жизнью удовольствием. Нет, я не понимаю. Ну, тут радостями Хотя, ведь Терпнус, я посмотрел, еще видимо, я не может. прав, потому что я нашел это место в словаре. Там они переводят «приятно провести жизнь». Скорее, как вы, чем как я. А тут есть, да? В седьмом. В Нати. седьмом пункте, да. Да, я вижу. То есть тут получается... Но Ти-ти, мне тут да, что-то получается. не это не Да. нравится. Комментарий говорит, что вот то, что вы, Михаил, Не то, что сказали, дворецкий, да? что они, да, что они проживут как бы to the full term, то есть Терм, да. полную, как полагающую человеку жизни, и здесь оно как бы стилистически противопоставлено Конечно. тханейн аорус. Ну, не стилистически только, а даже по смыслу, да. Тут либо смерть, либо долгая жизнь. Вот так вот. Альтернатива такая. Кто-то умирает молодым, как Виктор Цой, да? А кто-то живет долго. Как, не знаю кто. Вот. То есть вы наставите, что это прилагательное, да, терпнус, чтобы они провели приятную жизнь? Ну, смотрите, видите, у нас две версии есть. Одна, которая комментариями подтверждается, мне она больше нравится, что тут терпнон, это слово-то не очень важно, а важно, что экплессы, наполнить жизнь, чтобы они наполнили жизнь, ну, как бы вот прожили. Так, ну, слушайте, вы поняли две версии, нет? Мне кажется, просто я по третьему разу уже говорю одно и то же. Нет. Да нет, я Две понял. версии, либо долго прожить, либо счастливо прожить. Но она же добавляет терпнон. Значит, и другое в каком-то смысле. Ну и вообще в трагедиях, в чем легко убедиться, сверив разные переводы, могут быть разные интерпретации. Это вы просто должны обосновать и перевести, как вам нравится больше. Мне нравится больше, что тут важнее жизнь, а не терпнон. Хорошо. Понимаете, одно дело, когда она стала рабыней ради мужа, прожила 90 лет рабыней, последней женщиной на свете, да? Она говорит, а сделайте так, чтобы мои дети были счастливыми, не такими, как я. Она говорит, не так. Она говорит, я умираю. Ей там может быть вообще, ей вообще 20 лет может быть. Она родила одного в 14 лет, а другого в 16. Это девочка практически, да, умирает. Ты сделай так, чтобы мои дети, не как я, в 20 лет умерли. Чтобы они еще там 80 прожили. Так логичнее намного. Так, ну ладно. В общем, две версии мы обозначили, да? Теперь НГ Патрола, да? Тоже важно. Да, ну, короче, тут дальше, видимо, работает аккузатив с инфинитивом, подлежащий эудаймонос. То есть, но чтобы они счастливые прожили долгую и хорошую жизнь на отцовской земле. Ну да, не как Эдип в изгнании, в колонии там, да, а вот чтобы они дома остались. Вот. То есть, по сути, чтобы они царствовали. Слушайте, а тут комментарии, как раз, есть свои внутренние. Ну-ка, давайте посмотрим. What should be called? How can one describe? По-моему, они не так поняли, как мы, вот это, кстати, тихо легистхой. Легистхой. Так, сейчас. Мы поняли как. Сейчас я верну. Что нужно, чтобы про нее так сказали? Что нужно, чтобы получить звание лучшей женщины на свете? Это они предлагают не так.
Как? А где они как взяли? Ти, что ли? Ну тут вот есть, то есть, да? Как можно описать? Как можно описать, какими качествами можно описать женщину, которая претендует на звание лучшей, самой выдающейся, да? Не что нужно Ну, в сделать, чтобы стать принципе, такой женщиной, а по... как, что нужно, чтобы был... Блин, ну по сути все равно то же самое получается. Так да, А по-моему. смысл тот же самый. Так, остальное мы правильно поняли? Я что-то даже не видел эти комментарии. Так. Ten Man, Ten D, мы, кстати, не обратили внимания. А, это про сына и про дочь, да? Ну, понятно. Тхан, Обратили, обратили. обратили, да? Да. Вот, Экплессы, они ничего не говорят. А, нет, они говорят, что... Нет, они противопоставят, как Дмитрий сказал, да. Мэтт Ханейн, вот это что такое? И, я что-то сейчас сходу не схожу. Это И. Сейчас, как там было сказано? Сейчас его уменьшу немножко, не влезает в страницу. Все. Да ничего особенного тут интересного не писали, в общем. Мне кажется, мы... Вот, complete, да, наполнить, как бы. Слово жизнь тоже можно по-разному понимать. Я думаю, что здесь просто продолжительность жизни понимается под этим. Да, вот у Вейсмана я посмотрел, у нее есть вообще тут совершать, оканчивать бион. Но где экпимплами? То есть до конца прожить жизнь. Хронологически Заканчивать полную. что там написано? Там есть прямое дополнение? Тут написано совершать, оканчивать дромус и бион. А, Ну, такие варианты. и какой-то бег и жизнь, да? Ну вот, вот. То есть значение переносить до конца. Он уточняет, выяснил А, смотрите, какой там дополнительный смысл может быть. Она говорит, пускай, мне сейчас только это дошло, пускай сын выйдет, женится, и дочь моя выйдет замуж. Ну, конечно, когда они выйдут замуж в 18 лет, они будут счастливыми, наверное. Тем более они цари, ну, принцы, принцесса, да? У них все отлично. Да, но она говорит, видите, этого мало, да, счастливы, а да, они счастливые, да, у них жизнь терпнон, но ты сделай так, чтобы она продолжалась долго. Все-таки я настаиваю на том, что здесь важна продолжительность. А не как я, понимаете? Чтобы они им не пришлось жертвовать ради супруга или супруги собою. Вот. В раннем возрасте. Наверное, так, ладно. Да, Вообще-то. скорее всего. Да-да. Я хотел просто сказать, что еще я посмотрел в комментарии кедринон домон. Это на самом деле не дома, а они считают, Сундук. что это шкафы Да, какие-то. мы Ну, так и переводили, кстати, мы так и сундуки. переводили, да. Это, вот это шкафы, то есть платяной шкаф, так сказать, какой-то царский. Просто Да. отделан, не простой из Икеи, да, а вот такой кедрином, да, какой-то красивый. Но они говорят, что у кедра были антисептические качества против насекомых. Вот, даже Сохранял. так. Даже так. А помните, какие ларцы были в Кигида, да? Кипарисовые. Там тоже было сказано в комментарии, что кипарис долго не разлагается в земле, по-моему. Все продумано, оказывается, видите как. Так. Ну что, сейчас Дмитрий, да? Давайте по две, да? Да. Так, это все ямпи, да, продолжается. Пантас де бомус ой гой катадме ту домус. Просел хекас тепсе. Нет. Как се степсе кай просел ксато. Да. Так. Все эти алтари, что ли, да, бомус. А где здесь? А, там у нас основная часть продолжается дальше. Проселтхе, просерхомай. А, сейчас. Катастеф. Кайпрат.
молилась. А, видимо, это здесь ее речь уже закончилась. Она все алтари, которые были в доме Адмета, как-то там она придвинула, что ли, да? Вот это как степсе. А, нет, это другое. Это украсить гирляндами. То есть она их придвинула, украсила гирляндами и снова, по-моему, молилась, да? Только значит, а где вы взяли придвинула? Какой глагол? А вот это про селтхе. Это... Мне кажется, про селтхе, про серхумай управляет аккузативом вот этих вот алтарей. Нет, понятно. Бомус. А почему придвинула? Раз там есть такое значение придвинула? Сейчас я еще раз посмотрю. Она скорее к ним подошла, мне кажется. Приблизилась ко всем алтарям, которые есть в доме. Видимо, да, меня, видимо, сбил этот аккузатив здесь. А он, видимо, действительно подойти к кому-то. Она приблизилась к ним, к этим алтарям. Да. Так, давайте, Эдуард. Да. Где? Угу. Аклаутос астенактос уддетупион, как он метхисты хротус эвоиде фусин. Да. То есть какая-то, я смотрю, неоплаканный, да, безропотный, да, неоплаканный, безропотный, и не, сейчас метисты уточню, что такое. А в чем переводите мужским родом? Неоплаканная. Ну, неоплаканная, да. Ну, тут же альфа, да-да-да, я уже по привычке просто. Это она, да, это алкестр, да? Да-да-да, я знаю, это вот эти прилагательные с альфой. Ну, не только с альфой, да, в принципе, сложные прилагательные, они все, да, двух окончаний. Да-да, какая-то неоплаканная, безропотная, кажется, и не тупин, это ведь причастие, да, он мне говорит, эпейми, следовать. Да. И не следующее. Сейчас. Мне кажется, это главное. Давайте тупион, может, не при как он. Давайте перейдем сразу. Вот это как он, да? Какое-то это зло. Ну, беда, да? Какое-то зло. Беда, да. Вообще, вот это акла, то состена, то это к предыдущим строчкам, видимо, относится. Угу. То есть она обошла все алтари, да, без слез и без стенаний. То есть такая. То есть она себя не жалеет, да, получается? Да, тут глагол, кстати, есть. Метхисты. Выбирать, по-моему. Метхистами. Сейчас, секунду. Метхистами. Ну, переносить, перебеждать, выходить. Это имперфект. В каком же здесь смысле? Это с как он? Наверное, как он, да, это относится. То есть она не покинула, ну, не удалилась от зла, что ли? Так, вы посмотрели метхистами, да? Смотрю, да. Но тут значение тоже приличное. Вы даже не... Ну, вот с этого надо начать. Сколько бы их там ни было, да, не надо переводить другие слова, пока вы не перевели подлежащее сказанное, да? Я думал, просто это опять при нее речь идет. Здесь хротос. Ну, хорошо. Хротос. Хротос, да. Опачки. Ну, давайте я подскажу вам. Метхисты переводить как изменило. Менять, да. Ага, а хротос это... Что-то у меня... Это не номинатив. Вот аккузатив, прямое дополнение. Угу. Да, нет, это я вижу. Это я вижу, я пытаюсь собрать, что это тут хрос. Угу. Это с тела. Ну да, хрот. Гендив. Эвойдефюсин. Все, остался эвойдефюсин. Эвойдес. Какое-то красивое, да?
видимо, тело. Угу. Красивое тело. То есть она не изменила, не изменила, да, лучше сказать, перевести, не Нет, не изменила она, как он лежащий. зло. А, вот так, это все-таки не акузатив, да, то есть, ну, какая-то напасть, беда не поменяла прекрасного, ну, тела, кожи, наверное, да, как-то так. Прекрасного тела, в общем. Да, и вот это причастие среднего рода от эпоими. Но оно относится как он, да, я как понимаю. Да, причастие, сейчас я Преследует. скажу. И вот это нападающее, приходящее несчастье УД Метхиста не изменило прекрасной природы кожи, тела, да? Вот так получается. То есть природа чего? То есть хротос это генитив от фюсин, да? Природа чего? Да. Качество чего кожи? Это фраза о том, что она осталась красивой даже перед смертью. Она не позеленела от горя, так скажем. Все понятно, да? Вы можете пользоваться этим атикосом. Мне кажется, что вы, ну, если вы не сразу догадываетесь, что это генитив с третьего склонения, то можете в атике себя отрыть и пальцем нажать. Слышите меня? У вас... Да нет, я проверить хотел. А. Провериться. Ну, просто, да. Пока можно пользоваться. Первые 5 лет. Первые 5-10 лет. Так, давайте, Дмитрий. Капей. Ой, зависит, я Включи. не включил микрофон, да. Капейтат халамон эспесуса нет. Кайпетат Халамон халамон эс писуса. Халамон эс писуса. кайпета кайпета халамон эйс писуса кайли хос энтаут хаде да крюсе кайли гейтаде. Кайли гейта, да. Вот эти две точки, да, вы Ну когда да, по две. кайли гейт. Так. Эспипто. Это впадать во что-то, да? Халамон. А, то есть она вошла, скорее всего, вошла. Ну, капита это потом, Кай да? эпейта, и потом, и потом. Да, и потом. И потом она вошла в вот эту вот во внутреннюю комнату, Мне кажется, халамос. сильнее к пипту она бросилась. Вот пипту там Бросила. ком. А что-то подумал, что таламус, часть мозга, это, наверное, вот от этого слова. Таламус. Таламус, возможно, да, потому что таламус это там, видимо, в какой-то момент кому-то пришло в голову сравнить части мозга с комнатами, видимо. А может и нет, может я брежу просто сейчас. Ну давайте. Нет, это Декарт, по-моему, или кто-то, вот, да, был такой, что-то я слышал. Таламус, да. Да. Да, наверное. И, видимо, лехос, я подозреваю, что Лехс это это ложа. Это брачная ложа, по-моему. да, что оно среднего рода, я так Да, полагаю. Долехус. То есть она бросилась и в эту комнату, и на стоящий там вот это ложа. Да. И, ну да, Крюс, это, наверное, как сказать, зарыдала в аористе или просто рыдала. Не знаю, зарыдала, наверное, скорее. Так, ну да, Ворис заплакала. А смотрите, Аурис, Заплакала и извините, говорит. секунду, Аурис может означать переход в новое состояние, да? Вот она была бесслезная, Аглаутос, а тут она начала плакать, вот про что Аурис. Про начало нового психологического состояния этой женщины, да? Вот так, заплакала. Я не знал, да, это понятно, хорошо. Спасибо. И говорит следующее. А, ну да. Так, давайте, Эдуард.
Электрон энта партене илюссе го. Корил матек тудандрос угу тхнеско пери. Вот, видимо, к кровати, что ли, он обращается, да, к этой Но ложе? это же не просто К кровать, ложе. это супружеская ложа, да? Да-да-да. Получается, о ложе. Я элюс. Это люо, кажется, причастие, да? От люо. Смотрите, Партхениус, да? Уточню. А... Партхенус, да, вот Деву Марию называют в Евангелии Партхенус, да? Именно Партхенус, потому что она девственница, да, Дева. Да. Это девственные куревмата, эти причиндалы, видимо, этой самой девочки, когда она выходит замуж, да, еще девственница. Сейчас, как это называется? Какие-то... Ну да, просто девственность тут дворецкий Еврипида. Ну тут смотри, вы думаете, что это как-то, я думал, что тут по переносу она там развязала пояс какой-то, а тут просто она избавилась от девственности, да, написано. Да, да, Люс это Ориджин, конечно. То есть я на ней, видимо, Энтха, Не, не на ней, не вот на ней. О, не, не, внутри. ну где, просто где, просто где. О ложа, то ложа, на котором, где, где, да, где я, то Да, ли... на котором я избавился. Избавился от своего Избавился. девичества своего. А теперь смотрите, вот это интересно, эк, да? Эк. Эк может означать... Да, от этого. Дайте скажу. Эк может означать причину, Да. да? Ну, короче, от этого мужчины, да? От этого. Которого, видимо, я Да, умираю. где-то я помню был... Ну, за которого я. Да, где-то я помню, был комментарий. И, кстати, у Сафо это так, по-моему, работает. Пери вместо юпер. Тут обратите внимание, что не пери, а пери, видите, а это анастрофически использован предлог, как после лог. А по смыслу он юпер заменяет, мне кажется. То есть вместо... За которого или вместо которого или ради которого, да? Вот, я, так сказать, умираю. Ну, вот так, да? Так давайте еще у нас успеем дочитать этот кусок? Давайте Дмитрию. Вот, скажем, до сюда, да? Ну, читайте две строчки, а потом до сюда переведете, да? Вот, наверное. Хайр, да? Дмитрий, вас не слышно. Вот, все. Просто, да. А, Харугар эх, эхт хайро сапо лесас деме. Монон проду негарс сокнуса кай посин тхнеско. Скоро. Так. Хайре. А, это здравствуй. Прощай в данном случае. Прощай. А. Ну, и так, и так работает, Понятно. да? Валя. Давай. Оставайся. Счастливо оставаться без Да. меня здесь, да? Прощай. Да, ведь я не ненавижу тебя. То есть, ну, нет к ней ненависти к нему, к этому ложу. А Аполлеса с Демимоном. А, это, видимо, сейчас. Это Аполлюме, только это не будущее, это прошедшее. Уничтожила ведь ты меня одну, что ли? Да. Ну, если бы она вышла замуж за другого принца, и семейная ситуация иначе сложилась бы, не пришлось бы за него в ад спускаться. Она этого выбрала. Ну, так Ну получилось, да. она стала женой этого мужчины, да? И эта ложа тем самым ее убила, как бы получается. Только она говорит, что я тебя не ненавижу. Видите, как интересно, почему это? Она хочет сказать, что... Ну, видимо. Она хочет сказать, что муж-то останется живой, дети останутся, да, хотя бы, да? То есть она настолько любит их, да, что ли? Это про это? Нет. Ну, я так подумал, что да. Ну, в смысле, а почему она может не в смысле, если любит, то да, поэтому и ненавидит. Так, вот и наш глагол дидуми, пожалуйста. Вот он.
Так, про дидуми это что-то. Нет, да подождите, какое-то время скажите лучше сначала. А, мне кажется, это просто этот Безобразие. аорисный инфинитив. Неправильно. Надо сразу говорить. Дуна это аорис, да. Дуна. А я забываю все эти грамматические Вот, категории надо учить часто. каждый день. Вот надо каждый день учить, а то потом времени-то уже не будет. Потом уже другие начнутся вещи. Мы Да, с так. апреля домашние работы возвращаем письменные, да? Надо вот 2 недели осталось, надо еще подучить, хотя бы там, знаете, подучить эти все 6 форм. Дидами, титхами, гиями, потом эти инфинитивы подучите, да? Ну ладно, про дидами, да? Да, иногда легче просто перевести, хотя перевести сложно, потому что все зависит от контекста. Так, ну там, видимо, тхнеско. И это... что такое тхнеско? Такое ощущение, что это какое-то будущее Нет, время, это нет? просто presence. Просто А, то есть я умираю. ну да, вроде. А, сейчас. А, видимо, все эти слова от прадидами зависят. Вот эти окуса, окнео, сейчас. Окнуса, кайпосин. И сейчас, я что-то не очень понимаю, как здесь прадидами перевести. Я буду смотреть в словаре все значения. Так, укнулся это глагол укнео. Ну, прадидами это, скорее всего, видимо, просто уходить, покидать. Смотрите, вот Я ведь тебя секунду, покидаю. секунду, смотрите, у нас глагол укнео, это значит медлить. Мне кажется, что он, хотя в списках его нету обычно, там у Янзины, по-моему, его нету в главе про предикативные причастия. Но... Хотя нет, подождите, нет, извините, это же причастие, да? А продуманный глагол, да? Не пойдет. Не пойдет. Хотя, знаете, вот у Нет. черного написано, что Да. вот если вы возьмете какой-то глагол, добавите к нему архоминус, то архоминус будет тоже причастием предикативным. Ну, мне хочется так перевести. Я медлю, что сделать? Да? Мне кажется, здесь как-то два глагола, и они, одно из них причастие, другое инфинитив. И они как бы вот тоже образы действия все, как бы тоже как предикативные причастия работают. То есть я умираю, да, я умираю, но я медля как бы оставить тебя и мужа. Это криво звучит, но вот это Да. как бы максимально оригинальной грамматики, оригинальному Да, синтаксису. то есть о чем это? Это о том, что она боится не умереть, она не хочет расставаться с семьей. Я умираю, Тнеско, при этом колеблясь, не решаясь, оттягивая тебя о ложе оставить, кстати, да, не детей, а ложе, да, и супруга. Вот так вот. Ну да, мы так и поняли, да? Вот. Вот, кстати, в Дворецком есть такое место «Продотос калейстхэ окнео». Не решаюсь назваться предателем. Так, успеем еще, Эдуард, успеете? Или нет времени? Стараюсь. Нескос седал тис гюне кектесе тай. Сафрон мену канмал лоник тюхес дис. Так, какая-то другая жена, да, некая другая жена, женщина, Да, то да. есть, имеется в виду, некая Да, другая да. женщина, и вот тут к таумайса, хотя странно, приобретет. Тебя обретет, да, то есть ты женишься заново, да? Это она мужу говорит, как бы, да? Да. Какая-то другая женщина тебя обретет. И дальше тут Ука... А, Сафрон. нет, Укан мало он, да? Софрон.
Не Не мудрая, боль. пожалуй, не Значит, больше, не более Софрон мудрая, да. это, ну, такая Благоразумная. противоположность распутности, скорее, да, такая целомудренная, ну, в общем, скромная, может быть, верная даже, не знаю. Ну, пускай благоразумная будет, да? Да. Про жену вряд ли можно сказать, что она целомудренная, да? Хотя нет, можно. Можно сказать. Целомудренность – это качество любого человека в любом Дальняя, да. возрасте, взрослого тоже, да. Не более такая целомудренная, благоразумная, но, пожалуй, зато более, Но, да. Как вы да. сказали? Но равно тут, ну тут о чем речь идет, что она вряд ли будет, наверное, умнее, чем я, благоразумнее меня, но будет, по счастью, равной мне, потому что я с тобой была раньше, а теперь она с тобой. Тут может это иметь в виду или что? Я бы сказал нравственное, Софрон, ну так можно перевести. Насчет равное, это Иисус вы, да, так хотите перевести? Но Иисус это здесь, я думаю, пожалуй. То есть я бы так перевел. Тебя получит какая-то другая женщина. Она, пожалуй, не будет, вряд ли более нравственная, чем я, но, пожалуй, более удачливая. Я бы так это перевел. То есть твой второй брак будет более долгим. Эльтюхас. Ук Софрон не более нравственно, не более чистая нравственно. Ну, пожалуй, вот это Исус. Смотрите, я знаю, что в древнееврейском там написано равным образом в первом пункте. Но чаще вот Мы с малым, да? Да, я да, но понял. чаще Исус означает, мне кажется, просто пожалуй. Но, а де мы должны противительно понять. Но, пожалуй, более мало он более счастливая, удачливая в семейной жизни. То есть тут такая горечь и зависть даже может быть немножко, да?